Дорогие друзья, уважаемые товарищи, для меня ЦСКА – это не просто эмблема или вывеска, это моя реальная жизнь. Я окончил школу с отличием, остался там работать преподавателем математики, военного дела, МПО и физкультуры. И считаю, что армейская жизнь, армейский спорт и армейские знания – одни из самых ярких и нужных. Я родился на Орловщине, где были самые главные сражения. Для меня человек в воинской форме, спортсмен, который отстаивает знамя победы. Наше важнейшее достижение – это не просто спортсмен, это человек, который укрепляет наши позиции. Я вот только что прослушал команду министра обороны Шойгу, и хочу вам сказать, хоть это было и закрытое выступление, но мы чувствуем уверенность, когда те, кто занимается армией, занимается армейским спортом, добиваются высоких результатов, этому мы обязаны порадоваться всем. Мне пришлось служить в 8-й гвардейской армии, и сдача на красный значок военно-спортивного комплекса для меня, как для воина и разведчика, была высшим достижением. И я горжусь, что это была первая моя спортивная награда. А когда я участвовал за 8-ю гвардейскую армию в военном троеборье и вошел в тройку сильнейших спортсменов, это и сегодня вызывает самые добрые воспоминания. Моя личная дружба с Тарасовым показала, что красная машина воспитания суперспортсменов – это возможно, но возможно прежде всего в рядах армейского клуба. И первая красная машина в лице легендарных троек, с которых мы и сегодня берем пример – Альметов, Локтев, Александров, Лефирсов, Викулу, Полупанов или наш легендарный Третьяк – это то, кем мы всегда гордились и будем гордиться. Пожелаем армейским спортсменам, тем более впереди блестящие соревнования, новых побед и будем всегда их поддерживать. Спасибо вам.